смысл. Ну ты понял. Ты судишь мне? Футболисты команды «Феникс» выходят вперед. Забитым мячом отметился Евгений Мрынский. Спасибо, Серёга. Фотка твоя вообще просто прекрасная. Я сейчас на футболе играю. Немножко занят, понял?
Вот. И тебе сейчас там вайбер сообщил, посмотришь, меня ужасает. Есть только сырой вариант. Понял? Я получил вчера все ключи от него, доступ. Все. Вот. Там в общем, все сырое, там надо редактировать текст и фото добавлять. Там редактировать еще надо. Не ушел. Так что я тебе скину свой письмо, то что ты есть. Где-то синий. Да, могу набрать. Буду все еще готовить, не беру. Евгений Мринский оформляет дубль и делает счет 2-0. Александр Шимкин делает счет 2-1. Да, читали. Только не 4-5. Жека, Александр Шимкин оформляет дубль. И счет становится 2-2. Ниже дома.
хорошо, хорошо, хорошо. Феникс, первый командный пол. Феникс отложенный пол, второй командный пол у Феникса. Хорош!
Александр Шимгил срезает мяч в собственные ворота. И счет становится 3-2 в пользу команды «Феникс» на 15-й минуте первого тайма. На 17-й минуте первого тайма Владимир Белецкий делает счет 3-3. Владимир Белецкий выводит гренадер 30 плюс вперед. Ближе,
блядь! Извини. Все, извини, блядь, олень. Наш, ходи. Чей рэп? Он олень. Рок, какой рок? Завершилась первая половина матча между командами Гренадер 30+ и Феникс. Со счетом 4-3 впереди Гренадер 30+.